Сейчас в Сочи отдыхают свыше 200 тысяч человек. Средняя заполняемость отелей и санаториев на побережье составляет 95%. В горном кластере в среднем 85%. А в некоторых крупных здравницах загрузка превышает 100%. Наибольшую нагрузку испытывает транспортная сеть. Чтобы стабилизировать ситуацию, на треть увеличено количество пригородных электропоездов. Добавлены парные составы. Выросло и количество автобусных маршрутов. Из-за возросшего числа автомобилей образуются заторы. В направлении Сочи-Адлер и обратно пиковые нагрузки. Примерно 85 тысяч транспортных средств передвигается в сутки. Это достаточно высокая нагрузка на автомобильную дорогу. Ежедневно в круглосуточном режиме работают диспетчерские центры по управлению за дорожным движением. Следят за ситуацией на всех автомобильных дорогах. При необходимости сообщают экстренным службам о нештатных ситуациях. В том числе оперативно взаимодействуют с ГИБДД. К очередному рекорду идут и в международном аэропорту Сочи. Там пассажиропоток увеличился минимум на треть и по прогнозам к концу года превысит 12 миллионов человек. Все службы воздушной гавани курорта усилены сотрудниками из временно закрытых портов Юга России и студентами профильных вузов. И уже буквально через неделю прогнозируют массовый отток отдыхающих с курорта. Поручение всем дорожным службам по линии ГИБДД организовать транспортную логистику на убывание. Железнодорожный вокзал, аэропорт, то же самое, предусмотреть систему на убывание, потому что сегодня мы смотрим по количеству приобретенных билетов, что будет большой спрос и большой отток. Добавлю, что с начала года курорт посетили уже более 4 миллионов 725 тысяч гостей. И к концу лета эта цифра превысит 5 миллионов.